Узнать о том, как печатали книги на Руси, могли все желающие Воденцова на дне славянской письменности. Этот станок – аналог книгопечатного приспособления Ивана Федорова. Единственное отличие – на праздник привезли готовые матрицы, а не наборные литеры. Такой метод печати называют ксилографией, поясняют историки. Делать оттиск с какой-то доски, на которой изображен узор выступающий, да, есть рельеф, который мы можем краской намазать, положить лист и получить отпечаток, эта техника была известна еще до Федорова. И эта техника печати называлась ксилография. Но дело в том, что из металла сделать было дорого, были ксилографические доски из дерева. Но деревянная доска имела недостаток, то, что она быстро приходила в негодность. Краска, когда засыхает, она забивает пространство между буковками. Решить проблему помог переход на наборную печать. Слова составляли из отдельных букв, матрицу отправляли под пресс. Появление печатных станков значительно ускорило процесс книгопроизводства. До этого книги писались вручную, и у монахов порой уходило до года на создание лишь одного экземпляра. Кстати, с методом рукописного славянского письма можно было ознакомиться неподалеку. О развитии письменности от устава до полуустава и скорописи рассказывал всем желающим Вячеслав Белоглазов, изучавший старинное письмо около 10 лет. Скоропись – это аналог современного курсивного письма, то есть не использовалось изначально для написания книг, то есть книжное письмо – это отдельный тип письма, то есть специально предназначенное для написания книг. Скоропись – это бытовое письмо, которое употреблялось в повседневности для грамот, различных документов, писем и небольших заметок. Но не только познавательные мастер-классы приготовили для одинцовцев организаторы праздника. Все желающие от мала до велика могли принять участие в народных играх. Роман Попов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».